всем привет! Это Родина. И что ж, давайте вместе поиграем. Так чудненько, что сейчас дают нам по два подарка, то в большинстве случаев это, конечно, топоры. Не, ну, я не спорю, конечно, почистить территорию тоже очень надо. Ну, хотелось бы, чтобы было побольше гвоздей и всего такого прочего. Но как есть, так есть. Ну, и за это, конечно, спасибо. Я понимаю, что я уже, конечно, перебираю харчами, но хочется улучшений. А то, как всегда, вот стоит уже сколько дней, и уже и акция эта, и никак одного кирпича не хватает. Это ж не порядок. Так, ладно, сейчас посмотрим, что куда я смогу вставить. Ничего. О! Служить. Ничего так. О, морковка. Есть. А что, прям нет морковки? Да ну. Удивили, конечно. Сейчас посажу. Жалко. О, коврики дадим. Сиропчик тоже вроде должен быть. Надо сбегать и посмотреть, как говорится. Они от меня чемоданчик спрятали, но я же его вижу. Краешек-то торчит. Динамит. Как раз я сейчас все потратила. Делала шахту только что. Я взяла уже 5-е задание. Ой, не поверите, у нас эта битва очень большая. Очень. Нас 3 человека. Как говорится, соображаем на троих. Ух ты. 300. Убираем. Так. Наш союз на почетном 3-м месте. Правда, конечно, у нас уже, если честно, есть маленький прокол. У нас одно задание провалено. Так что мы толком не знаем, сможем мы занять призовое 3-е место или нет. Так, подарочки уже нарисовываются потихонечку. Так, а больше ничего обрывать не надо. Когда теперь обрывать? 23, 10, 29. Еще не скоро. Да. А, морковка. А что это не меня? Это был обман. Вот моя морковка, вот моя морковочка. Так, ладно, пойду отдам тетке морковку, а то она что-то жадная такая вся. Хотела последнюю забрать, а у меня еще есть. Как оказалось. Ой, надо было посмотреть, что еще может быть. Ладно, сейчас. Уже разберусь с тем, что есть. Ой, ананасы. А, лопатки-то я все потратила. Одна. Случайно. Скажем так, завалялась. Так, ананас собран, ананас посаден. Посажен. Ну, как-то так. На это же место. Так, еще сюда. Так, распределились. Все туристы разбежались куда надо. Так, есть. Ой, кстати, раз я взяла 5-е задание, значит, я не буду брать рыбалку. Значит, смело можно закидывать сети. Потому что я тут сижу без креветок. Заводы не могут креветочные ничего делать. Я уже этих совчачков накидала, наделала. А поставить никак. И, конечно, очень неудобно, что вот это вот они сделали, что я не могу понять, где что у меня одинаково. Что так вот, что так. Ну, ничем же не отличается. Где, догадайся, где у меня рыба, а где у меня креветка. Красивая креветка. Так, сейчас поставим еще крючочков делаться. Место освободилось вакантное. Так, до 40 мы не покупаем. У нас столько просто нет. А хотелось бы, конечно, очень хотелось бы повыкуплять все улучшения. Ну ничего, это все в будущем, я надеюсь. Ой, а я чемоданчик нашла. Но я не знаю, с ключиком или без. Ключик не нашла. Давай. Так, ладно, креветки мы поставили. Я прям растерялась. Я сегодня утром заходила в игру, навела вроде порядок. Опять. Кто-то голодный, кто-то холодный. Так. Накормить. И вас накормить. Дамочки-коровы. Коровы-дамочки-дамочки-коровы. Дамочки. Сын-дамочки. Так. О, во, я нашла еще одну. А хрюши есть голодные?
есть. Она там спряталась за подругу. Одни глаза торчат. Есть хочет. Не забываем, что когда мы кормим животных, мы получаем ресурсы, поэтому надо кормить их всегда вовремя, чтобы был запас. А то потом кидаешься, а ничего нет. Ой, ой, ой. Так, кстати, кто знает, почему Ленка не посадила горох? И вот две штуки осталось. Надо риса продать чуть-чуть. Что-то я как спекулянт сижу на мешке с рисом. Ого! Ну да, я перед этим делала задание. Остатки роскоши, можно сказать. Так, продать. Деньгу зарабатываем. На пиццерию. Будем бизнесом заниматься, пиццу вырабатывать. Причем смешно звучит сразу. Но у меня уже несколько видов открыто. Штуки три, так это точно. А главное собрать деньги и построить. Так что торгуем вовсю. Спекулируем. Так. Покупайте рис свеженький. По виду как, вроде как, длинненький. А там кто его знает. О, видите, главное хорошо прорекламировать. Уже купили. 578 тысяч. Почти 600. Так, все, пшеничка созрела. Собираем. И садим. Есть. Еще рис. Соберем уже весь. Чем будет там? Посажу-ка я еще пшенички. И посажу сюда. Кукурузку. Пусть растет. Капусточку будем квасить. Еще у нас еще мало. У нас всего мало. Так. Так, так, так. Ну, еще это грядочек. А сейчас пшеничка вырастет. Я потом еще пшеничку. И посажу пшеничку. Так. А что это не докупили? Не донесли, непорядок. Надо оптом покупать, оптом дешевле. Может еще риса посадить, да продать. Не знаю. Деньги же надо как-то зарабатывать, в конце концов. Так. Я задание взяла, с которым нужно играться. Каждые полчаса. Вот это я, конечно, молодец. Кто бы сказал? Я же задание это взяла с морковкой. А зачем же я ее тогда посадила всю? И теперь ждать мне ее. А где она? И, во-первых, ее мало. Все, я пошла за морковкой. Но не факт, что я ее куплю. Дело в том, что... Ой, горох мне тоже очень надо. И еще надо горох. Берем. Морковочки, пожалуйста, подсыпьте. И вы знаете, просить ни у кого не хочется, потому что так неудобно просить. Ой, я тушеночку хочу. Я тушеночку хочу. Я продам пару штук таких. Я сейчас их буду делать оптом. Ну, правда, когда я продаю, мою тушеночку уже явно купили. Это была моя тушеночка. Нет, есть, есть. Ай! Ай! Я все хочу. Ладно, я пойду тушеночку отнесу. Там, по-моему, кто-то хотел ее. Ой, дай бог памяти, кто же ее хотел-то? Есть, так. Кто просил тушенки? Надо поднимать руки. Пока все обсмотришь. Ну и... Никто не просил, можно самой кушать. Ну, я так не играю. Явно навряд ли. А может, я уже относила тому, кто хотел? Ладно, в хозяйстве пригодится. Купила, Шуша. Купила, значит, купила. Так, ладно. Все хорошо, так давайте разберемся с этим.